Всем привет, привет! Всех с Рождеством, всех с Новым годом! Всем привет! В общем, давно меня не было видно. Ну, как бы, доктор всегда говорит, я буду вести, но мне тоже иногда охота. Итак, я буду открывать подарочки у нас. И что у нас в подарках? А в подарках у нас клеточка. Итак, подъехала клеточка. 22 уровень, как многие ждали. 150 характеристикам питомца. 3 слота уникальных, как было, так и осталось, но добавился еще один дополнительный слот. Вдобавок, всюду питомцы, выходящие на поле, получают защитную оболочку, равную 50% от максимального запаса здоровья. Раньше питомцев было не убить, а теперь они еще стали бессмертные. В общем, получив уникальную новую способность, клетка дает щит петом. Ну, короче, 30 уровень, те, кто выкачит клетку до 22, станут просто неуязвимыми. Но не забываем, клеточку можно качать только до 19 числа. Итак, 10 дней на все про все. Качать начинаем сейчас. Итак, ну, по этим я посмотрел. Модули вы, короче, все в курсе, что тут есть. Я вам это говорить не буду. Ну, а мы сегодня 100 мелких подарков у нас в открытии. 63 средних. Ну и 8, как и 11 этих, я оставляю на самый последний момент. Может, еще и выпадет. Еще носочек есть. Еще будет работать. Еще 59 дней. Ну, а мы начнем с мелких. Итак, надо сначала выполнить задание на звезды. Конфеты. Ну, со мелких вообще, сразу говорю, падать будет, ну, поэтому для, так скажем... О, влиялка. Влиялку я побью. Это надо будет. Так. Ну, блин. Ну, конечно, у тебя клетка 18-я. Часто ты возмущаешься-то, да? Вот не 18-я клетка бы была. Вот это бы было классно. 20 подарков, ничего нету. Отлично, ни одного модуля. Так, дальше. 70 подарков. Отличненько, прекрасненько. Все здорово. Да. Первый модуль. Охренеть. Открыл. 40 подарков. 40 подарков, первый модуль. Ну, прям вообще, прям огонь. Квиды зато капают. 200 квидов уже. Так. Лазерный прицел. Первый. Отлично. 50 подарков. Вот я не знаю, ну не падает, сука, подарков вообще ничего не падает. Покупать их, по-моему, вообще просто не имеет никакого смысла. Если кто-то покупает мелкие, ну не знаю, ребят, я еще разочаровался, короче, в них, наверное, ну, года два назад, может, больше. Потому что, ну, они пустые. А когда мы со Славкой вообще открыли в прошлом году, там, подарки, и там вообще ни хера не выпало. Они только из-за ресов. Вот ресы, да, на них падают очень хорошо. То есть, пожалуйста, шау, генетика. Хоть завались вообще просто. Ну, это вообще, это жесть какая-то. Итак, два модуля за 100 подарков. 100 подарков мелких, 15 тысяч звезд, можно сказать, и ничего нету, да? Ну, давай, давай. Кто разрабы жадные? Ту-ру-ту-ру-ту-ту. Лазерный прицел первый. Да, печалька, печально. Блин, вообще просто, просто какой-то трэш. Даже модули не все еще по первому выпали. 4 подарка. 4 прицел зато второй. Ну, вот это уже хорошо. Прицел второй, да. Итак, давайте зайдем в ангар для проверки. Итак, у нас выпал, получается, окислитель. Выпал экран. Выпал лазер. Ну, короче, ничего не выпало, можно сказать. Так, надо купить. Что еще? Тут это можем купить? Отлично, а это можем? Можем. Что еще можем? Можем тут купить. Отличненько. Просто дальше будем открывать подарки. Не хочу, чтобы они падали. Сейчас мы их по максимуму, чтобы они до 5 уровня до нас дошли. Ну ладно, поехали дальше. Средние. Вот средние сейчас будут бесплатные подарки, я так называю. Ну, с них тоже сейчас ничего не упадет, я буду тоже жестко возмущаться. Может, не мое время? Может, надо открывать не сейчас? Может, не в полночь? Да ну, блин, ребят, ну это прям не смешно. Да. Десятая машинка. А я тебя, бля, сука, ждал в прошлой акции. Блин, вот собака, а. Квант, наконец-то, наконец-то. Наконец-то квант выпал. Сразу плюс первый, да? Нулевой не падал, плюс первый сразу упал. Так, машина десятая есть. Минус проблема.
Где ты? Где? Блин. Так. Протектор. Ну, короче, клетка меня не ждет. Ух ты! Первый подарок, где есть звезды. В общем, за все открытие. Оу! 19-я клетка, отлично. Отлично, но хоть клетка одна выпала. И то ладно. И то хорошо! Есть клетка. Вообще я рассчитывал на два уровня, как бы. Как бы на два уровня рассчитывал. 22-й-то я не вытащу, но 20-й-то уже можно. Ну все, 12. Давай! Клетку! Скажет, но иди-ка ты в пень, доктор, да? А, есть 20-я клетка, все. Все, ребят, для меня Новый год закончен. Так, 10-я машина. В общем, 20-я клетка. Круто, теперь у меня 3 слота. Круто. Ну, я не донат, поэтому как бы выходить на эти... Вот так, кстати, и магазин надо еще. Магазинчик, 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 магазин. Давайте купим модуль еще. Давайте купим модули. Давайте, чтобы они, если падают, то падали повыше уровня. А то кого они сейчас просто забивать будут? И последних 3 подарка. 3, 2, 1. Окислитель 4. Отлично. Итак, мы получили, в общем, в общей сложности со всех подарков 3700 звезд. Мы получили 20-ю клеточку. Спасибо большое. Вообще просто прям огонь. Ни одного, ребят, ни одного не выпало фокусника. Фокусник, видимо, остался для нас в прошлом. И выпал у нас гаражный монстр. Ребят, у меня теперь 20% характеристикам, 25% живучести и 50% шанс отнять 20% от характеристик. Итак, нам осталось 2 уровня. 2 уровня. Ну, мы, короче, не выкачаем их, поэтому, доктор, не напрягайся. Не напрягайся, тебе это не идет. Тебе 100% не подфартит. Но еще до конца много, так что время еще есть, там посмотрим. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем счастливо! Счастливо, ребята! Не повезло много, но хорошо.